Укрепление материально-технической базы больниц – одно из направлений программы модернизации, в котором задействованы многие лечебные учреждения области. Не остаются в стороне и муниципалитеты. На средства местного районного бюджета в Оренбургскую центральную районную больницу недавно было поставлено новое оборудование. Это аппарат искусственной вентиляции легких последнего поколения. Машина очень современная. В ней заложено много функций, необходимых для оказания неотложной помощи самой тяжелой категории пациентов, которые лечатся в реанимационных отделениях. Два таких аппарата недавно были установлены в Оренбургской центральной районной больнице. Аппараты оснащены всеми современными мониторингами, и число дыхательных движений, и минутной вентиляции. Очень много параметров для ИВЛ, то есть у нас есть поле, так сказать, для деятельности, для выведения крайне тяжелых больных из тяжелых состояний. В отделении реанимации Оренбургской ЦРБ 6 коек. Здесь выхаживают пациентов со сложными травмами, инсультами, инфарктами, пневмониями. Многим требуется искусственная вентиляция легких на длительное время. Новые аппараты позволяют это делать в щадящем режиме. Они оснащены системой тревоги, которая подсказывает персоналу, что случилось с организмом пациента и что нужно делать. Благодаря этим современным аппаратам мы сейчас можем больного до месяца, до двух держать на искусственной вентиляции легких. Они оснащены современными небулайзерами, то есть проводить даже респираторную поддержку. В больницу поступила и другая техника – наркозный аппарат, прикроватные мониторы, электрокардиографы. Всего на сумму почти 4 миллиона рублей. Такой подарок лечебному учреждению сделал муниципалитет. Так как больница лечит наших жителей Оренбургского района, Совет депутатов, администрация Оренбургского района и впредь вот ту программу, которую по обновлению оборудования предложил главный врач, будет поддерживать и решать в дальнейшем вопросы обновления оборудования центральной районной больницы. Если есть связь между федеральными, областными и муниципальными властями, то, конечно, здравоохранение будет и впредь подниматься. И это, в этом мы не сомневаемся, потому что дальше будет шаг, как нам кажется, который из федерального центра, который будет направлен уже на обеспечение оборудованием и таких больниц, как наши. Поступившую новую технику медики Оренбургской ЦРБ уже полностью изучили и запустили в работу. На взгляд профессионалов, данное оборудование очень комфортно не только для персонала, но самое главное – для пациентов.